И снова всем привет, мои дорогие друзья. Как я и обещал, мы продолжаем с того же места. И давайте переключимся уже на игру. Лисили поднять! Ловим шквал! Я говорю, если помните, что мы после этого момента пойдем на миссию. Кстати, вот теперь понятно, что мы пираты. У нас пиратский флаг, пиратские все паруса. Смерть на носу корабля. Вот там она, в принципе, видна сейчас с краю. Так что все круто. Вообще можно было бы затопить этот два кораблика к чертям. Спустить бромселя и бомб бромселя! Давайте, знаете, что сделаем? И пли! Подходящая дистанция! Пли! Почти! Пли! В нас попали! Так. Пли! Пли! Кэп, удачная позиция! Конечно, удачная Стоп! Позиция. Я его раздолбал с двух выстрелов. Бою готов, считайте. Сэр! Пли! Они уязвимы здесь, надо бить! Так, этот корабль готов. Попали прямо в нас! Стреляют! Пли! Идет на нас. Кэп, удачная позиция! Пли! Вот он, дурак. Пли! Хороший залп нам поможет! Залп! Так, попали, вот эти крутые ядра мне таки понравились, Пли! Потому что они очень реально крутые. Пли! Держитесь! Вот, и давайте абордаж. Запас пороха на корабле нужно уничтожить и убить команду из 15 человек. Но, видимо, я не понял, с какой стороны это нужно делать. Ну, просто интересно... Мы вас сотрем в порошок и развеем по ветру! Как-то я быстро это сделал. Я типа пробую просто попасть вот туда вот. Но ничего мне не получилось. Семерых я убил. И пробуем. А почему же ты не попытался зацепиться за балкончик? Альтаир бы 100% зацепился. Но не зацепился, только попытался бы хотя бы. Так, попробуем не потерять ни малейшего здоровья, ни малейшей капли. Авось нам это удастся. Ой, я с другой стороны смотрел. Не получилось у меня не потерять ни капли здоровья. Решаю я эти два кораблика захватить. Что делать с кораблем? Починить галку. Естественно. Мы взяли ресурсы, мы взяли команду. И это хорошо. Также мы пополнили наши запасы. Так. Здесь тоже запас пороха есть. И надо попробовать его... Надо пополнить его, пробовать его вынести. Ну, мать твою. Что ж ты такой косой-то? Ну, иди отсюда. Нет, видимо, запас пороха я не вынесу. Хотя нет, один все-таки не удалось. Давайте посмотрим, смогу ли я отсюда дострелить до вот этой бочки. Да, отлично. Это дало мне некоторое преимущество. Итак, начинаем драться со всеми. Как, в принципе, всегда. Просто идти и убивать всех подряд. Нам осталось совсем чуть-чуть из этих ребят убить. Все, успел. Ну, правда, он нашего все равно убил, но я отомстил за него тут же. Так, что же мы будем делать уже здесь? Ну, там полсочка поймали даже. Так, экипаж пополнен, мортирные ядра, тяжелые ткани, дерево. Ох, ткань-то хорошо-то как. Снизить известность или отправить во флот? Снизить известность, в принципе, я думаю, вполне себе будет нормально. Ну что, по рукам?
Особенно учитывая, что чинить нам галку не надо. Надать скорости! Можем улучшить корабль. Уже можем улучшить, отлично. Плохо дело! Думаю, это тендер! Королевский... Трави, Нагитовы! Подходящая дистанция! Приготовиться! О, как у меня раздают щепки. Зажигательный снаряд, там были всего-то. Ничего страшного. Так, стремительный. Он был послан за нами, видимо. Еще паруса ну. Отдать! Давай, подходи. Ноги кошко, к ветру! На! Наш изап нам поможет! Правда, не понял, почему я выстрелов не слышал. Готовы, сэр! Бли! Но этот корабль удачная я уже позиция. Разобью. Бли! К чертям. Я не буду его сохранять. Бли! Морские сражения почти ни хрена не видно. Ох ты ж, как красиво! И орел такой летит. Так, вот там какой-то вперед! Тоже бой идет, я так смотрю. Отдать граты, парни! Я думаю, что если я на себя Флит! Парочку из этих ребят сагрю, скажем так, у меня будет довольно ждем неплохой приказа! Шанс захватить собой корабли и добычечки. Давайте попробуем, посмотрим. Значит, вот здесь вот английский флот сражается против пиратов. Мы поможем нашим пиратам, друзьям, так сказать. И просто-напросто зайдем с другой стороны и обстреляем корабль. Пираты тем более как-то не особо много ему нанесли. Сосредоточьтесь прямо туда. Так. Бли! Вон слабое место. Ну и все, собственно. Быстро это добро проходит. Ну, пираты, я надеюсь, нам в каком-то смысле благодарны, потому что навряд ли бы он смог вынести этот корабль. Столкновение! Так, ром сахар. Пусть там добыча еще лежит. Ну ладно. Третий корабль я уже не буду бить, мне как минимум лень. Хотя. Меньше ход! Они уязвимы здесь! Надо бить! Мы же не такие ленивые. Корабль! Кажется, пушки готовь! Это брик! Чёрт, королевский флот! Кажется, Бли! Хороший залп нам поможет! Бли! Итак, Бли! Давайте толпаем этот корабль тоже к чертям. Я не знаю, как-то вот, с улучшением стало все намного быстрее и проще поймай проделываться. У нас полное здоровье. Постановили его, так сказать. И давайте Марселя, просто впишемся. Бомбрамселя! Лиселя! Собелись, колетик, по русам! Держитесь! Отлично. Теперь я известен. И в щепки! На нас уже охотятся. Что у нас здесь? Ром сахар. Вообще, получается, что это у нас такая миссия по добыче всего. Ха-ха-ха. Ну ладно. Я обещал вам пойти на миссию. Там охотники где-то у нас. Вон охотник вышел. Страшно, что ж делать-то? Он же меня убьет. Шутка. А вот. Так. Металл ткани. Вообще, посмотрите, чего у меня. Сколько. У меня очень много тканей. Очень мало металла и дерева. Ну что, паруса все готовы? Так. Вроде у нас крем. Ну да, есть немножко. Собственно, что же нам нужно? Доверие заслужено. Какой курс, капитан? На принципе, квартирмейстер. Мы плывем к берегам Африки. Да ладно. Нифига ж себе. То есть, помимо этой карты есть будет еще карта Африки? Или там просто отдельная локация? Наверное, отдельная локация, потому что здесь и так очень большая карта.
А вот, и навряд ли они стали бы делать еще одну карту Африки. Хотя, кто знает, всякое может быть. Ой, как там у нас корабль прямо из-под воды вышел, причем не передом, а задом. Что ж такое-то творится? Вау, красивая, кстати, гора. Скала это. Спустить бромзеля и бомб бромзеля! Кстати, давайте просто на нее посмотрим, как она... Убрать все паруса, живо! Блин, офигенно. Итак, что у нас здесь? Нам не дают посмотреть. Но это... В целом, кстати, довольно такая тоже обширная, огромная карта. В целом. Ну, я думаю, вы сами видите, о чем я. Вот, и здесь есть Карибский бассейн. Точка обзора, спасти пиратов и точка обзора. Короче, так. Это наши цели. Давайте зайдем с этой стороны и потопим сначала вон те два. Тут много этих псов! Отправим увольни на дно! Вон те два мелких, а потом чтоб уже... каждый парус наполнился ветром! Что будет, то все будет. Паруса! Маркеры не совсем справятся, сэр! Ударим по ним здесь, Кэп! Бам! Готовы стрелять, сэр! Пли! Там у него уязвимое место, сэр! Да, хороша водичка! Мы их ударим! Они уязвимы здесь! Надо бить! Пли! Двое пли! Хороший залп нам поможет! Ну все, мелкие корабли как бы не опасны. Жду приказаний! О чем я, в принципе, уже давно говорил. Опасность представляют в основном большие корабли, у которых довольно много мощности. Но вот этот, это не особо опасен. Стреляют! Столкновение! Итак, что же он хочет делать? Он хочет обойти нас, а мы тем временем возьмем добычу. Все паруса отдать! Не суемся под пушки! Итак, до нас долетело всего одно ядро. От ветра! Осторожней, капитан! А в него влилось по пол. Пли! Готовы бить, пли! Сэр! Ура! Ударим по ним здесь, Кэп! Пли! Надо потом будет посмотреть, какую определенную максимальную мощность я могу... Там у него уязвимое место, сэр! Пли! Нанести. Сам! Нас подбили! Итак, захватывать мне не пли! Говорили, пли! Поэтому я просто... Вот им и дорога! Итак, найти мудреца. Не за... Капитан. Не задерживайся там. Спустить паруса, ловим ветер! Так, давайте мы сейчас... Ловим ветер! Возьмем таки добычу с корабля. Хотя я не думаю, что она будет сильно, сильно большая. Даже не можем ее посмотреть. Но сейчас нам напишут, что... Сэр, справа! Рифи, Марселя, вот, древесина и сахар, отлично. Убрать тяжелые ядра, Марселя. Снаряды. Снаряда. Что за снаряда? Отдать все, вперед! Лисели поднять, ловим шквал! Подплываем. Мы идем прямо на утес, сэр! Спустить все, кроме гротов! Капитан на вахте. Так, в принципе, корабль будет все равно отходить, поэтому не важно. Кэп нырнул за борт! В первый раз капитан за бортом не сказали, да, там. Кэп нырнул за борт. Это логично. Когда они говорят при этом, да, там, что... Ой... Капитан за бортом. Вдруг так случайно оказался. Сейчас вот хотя бы сказали, что я все-таки нырнул за борт, а не просто так там оказался. Давайте. Металл. Ну, здесь, конечно, мало, но... Тем не менее, друзья мои, этого вполне достаточно для того, чтобы иногда что-то купить. Ну, бывают же моменты, когда не хватает буквально сущей мелочи. И вот в такие моменты как раз оно не хватает. Так, я не просил тебя слезать, я тебя просил осмотреться. Так сказать, синхронизировать все данные.
прохождение этой миссии у меня есть примерно полчаса. Примерно. Я думаю, я справлюсь. А все почему? Потому что я, как всегда, стараюсь сделать серии по полчаса, не более того. Итак, что у нас здесь есть? Есть укрепленный форт, который мы так просто, видимо, не сможем попасть. Ой-ой-ой. То есть, нет, все-таки это мой косяк, и мы на самом деле в него можем легко попасть, и, возможно, даже где-то вон там вот. Давайте посмотрим. А, да, вот, я просто не заметил то, что вот там есть проход, так сказать. Оба-на. По-моему, неплохо. Ну, в любом случае, лучше, чем ничего, вариант. Нет, я хотел сказать взять боеприпасы. Вот, отлично. Вот этих ребят иногда дротики со снотворным. Отлично. Мне бы еще патроны бы выглядели, было вообще супер. Хотя, в принципе, патронов-то... А, вроде как и хватает. Итак, как же нам забраться? А, вот, в принципе, как нам забраться. Тут все ясно и просто. Так, я тебя куда поворачиваю? Соберите 50 фрагментов. Вот, видите, мы уже 50 фрагментов собрали. Нам нужно найти мудреца. Капитан Кенуэй. И вновь опасный момент, Робертс. Пора нам уже прекратить вражду. Тогда не преследуй меня больше. Мне это ни к чему. Я верен своему слову. Капитан Хоуэлл угодил в засаду португальцев. Упрямый глупец. Я его предупреждал. Тамплиеры. Это они, Бёрджес и Кокрам. Те же, что привели вас в Гавану. А, видно, тамплиеров уже не скрыться, да? Полагаю, пора дать им отпор. Приятно это слышать. И я знаю, как это сделать. Но эти Бёрджес и Кокрам, они не должны унести весть о моем побеге. Поверьте, не унесут. Увидите кого из моей команды? Отправьте их ко мне, будьте добры. Конечно же. Итак, какое там задание, не успел посмотреть. Давайте поглядим побыстрее. Совершить двойное убийство, убив Кокрама и Бёрджеса, то есть убить их вместе, и освободить двух пиратов. Это дополнительно. Надо постараться сделать это все аккуратно. Итак, у нас здесь есть ягуар и олень. Если смотреть по улучшению ремеслам, что нам нужно? Кожа горбатого, нет, это... Вот, нам нужно для улучшения здоровья ягуар. Ля-ля-ля-ля-ля. Кость акулы молота. Сумка для бомб вот у нас есть. Шкура хути. И кожа акулы для дротиков и от берсерка. Сколько шенбяо мы можем произвести. Ладно, нам действительно нужны ягуары. И нам надо как-то умудриться снять этого
веселого человечка. Таким образом, чтобы они не успели убить нас. Сделаем это вот так. Да, что-то с ним не так, он орёт, матерится. И на нафиг. Очень интересные бои между вот такими вот ребятами большими. Ну и как-то вот так вот тихо все это делаем и проделаем. Итак, здесь в округе есть все-таки вот олени с ягуарами. По поводу в округе, это то и значит, что не в форте. То есть где-то в обход форта. Так, попробуем-ка сделать это потише. Так, и ребята сейчас, если подойдут очень хорошо и вовремя... Но они подошли немножко не так, как я надеялся. Впрочем, это не важно. Мы успеем их убить. Таким образом, что никто не успеет этого заметить. Отлично, что могу сказать. Так, нам наверх. Или нам... Нам все же вниз. Нам все же вниз, потому что сундук находится вот. Да, я понимаю, могу вас уже задалбывать, но зато это является неким отчасти полным прохождением. Потому что я стараюсь собирать почти все. Нас там кто-то заметил. Сейчас попробуем присвистнуть. Отлично. А, еще бы знать, как вот того парнишу снести. При этом так, чтобы нас не заметили двое оттуда. Временем еще минус один и попробуем. Отлично, главное, я завалил здоровяков, ну а с этим я уж как-нибудь досправлюсь. Супер. Супер, супер, супер. Итак. Где, ребята? Ага, один здесь, второй здесь. Значит, надо это сделать как можно аккуратней. Примерно так хотя бы. Хотя я понимаю, трупы. Не всегда круто. Вот. Сейчас мы убьем вот этих двоих и потом по возможности убьем того. Ох, как вот красивый тон их, а? Это нет, вы это видели? Хопа, вот так, хопа, хопа, хопа. Ждал меня увидеть, да? На. Отлично. Так. Где-то наверху есть сундучок. Естественно, он не с той стороны, которая нам нужна. Я сказал вниз спрыгнуть, а не залезть. Так, украсть. Отличненько. И давайте спасем сначала дальних ребят.
быстро-быстро пробегая. И заодно расчищая себе путь для ухода, для отхода. Берите, что сможете унести. Ждать не будем. Так, главное не попадаться, ребята. Главное не попадаться. Я и так стараюсь это делать максимально быстро, максимально четко. Я не то оставил вас тут. Но не всегда, как вы видите, это у меня получается. Черт, они все-таки подняли тревогу. Ой, а Кокрам разве с этим здесь? Они же вроде не тут были. Вот черт. Блин, вот это вот обидно, когда ты проходишь, грубо говоря, так далеко уже вроде бы. И такой облом. А в данном случае, например, не просто облом, а полное восстановление всех иродов, скажем так. Так, моя сейчас нынешняя задача, это когда дойдет вот тот чувак, попробовать убить. Вот тебя, правильно. Иди сюда. Хай! Кардактума полаврения! Отлично. Следующая задача. Убить вот этих двоих. Но сделать это тогда, когда они объединятся вместе. Все, в следующий раз я буду все это добро делать поаккуратней. Первого понятно! Ща! Эй! Ты не должен был меня заметить, чувак. А я должен был тебя убить. Почему я тебя не убил, я не понял. Ну ладно. Бесит только единственное то, что результат сбрасывается. Это очень обидно, на самом деле. Итак, нам надо зайти. Ух ты, а почему у вас четверо? А, точно. Блин. Хотел сказать, а почему у вас четверо, потом понял, почему. У них же действительно четверо было. Так. Теперь надо попробовать убить вот этих двоих. Когда они сейчас развернутся, я это сделаю. Ты догадываешься, что я вас уже достал отчасти этим. Тут как бы ничего особого не поделаешь, мне все равно их надо убивать. Так или иначе. Сейчас попробуем сделать это вот так, знаете. Опа! Пошел? Пошел. Готово. Теперь надо как-то придумать. Ну, давайте его из кустов вызовем. Красавец. Теперь следующее. Готов. Теперь следующие. Двое. Вон они. С ними будет чуть-чуть посложнее. Шперу моменту, амиго. Ну, в целом получилось более-менее легко. Итак, наш следующий друг вон там.
Не спрашивайте, мои дорогие друзья, почему я все делаю именно так, как я делаю. Так, видимо, я понял, в чем прикол с этим чуваком. Это один из капитанов. С ними надо поаккуратней. Главное мне сейчас в данный момент, чтобы они не подняли тревогу. Все остальное нам полностью пофиг. А тревогу они не поднимут до тех пор, пока... В чем есть смысл, на самом деле? А, черт, не тот выйдет. Оу. Если там громила, то это мне больно будет. Но громила там, к счастью, нет. Все отлично. Итак, теперь еще. Мне нужно наверх, чтобы убить одного из... Готов. Я бы даже сказал, что это великолепно. И пошли вон отсюда. Бегите, ребят. Бегите, бегите, бегите. Я дарую вам свободу. Ну ладно, как-то это пафосно слишком прозвучало. Опа. Так, синхронизируемся снова. Видимо, вон там корабль. Наверху я вроде бы всех истребил, и это будет на самом деле на данный момент, по-моему, самая длинная миссия, которая у меня вообще была. Хотя, можно сказать. Давайте аккуратненько чуть-чуть спустимся. Я достиг здесь полной синхронизации. Посмотрим, что есть на острове. Значит, вот здесь вот есть колокол, который мне нужно убить, уничтожить, убить, не знаю, сделать с ним, в общем, что-нибудь непотребное. Вот здесь вот есть сундук. Вот здесь фрагменты анимуса. Ну и мне надо спасти пиратов в первую очередь. Чё, давайте пиратов спасать, потому что Борджес и Кормак... Корм, а точнее Корм, но он, они именно там. Вот, вот там. И поэтому мне надо как-то это все сделать потише, поаккуратней. Вот. Я думаю, что начну я свое действие вот здесь, с убийства вот этого злосчастного человечка. Вот, отлично. То что? Данный... Ну, благо у него нет шансов против... А, черт, блин, черт, фак, я ненавижу этих уродов. Они, знаете, что сделали? Они убили пиратов. А, фак. Вообще, непотребство какое-то здесь творится, честно говоря. Не-не-не, я понял. Тебя так не атаковать, ты капитан, ты сволочь, ты козел. Скоты, они убили наших пиратов. Блин, это ж обидно, на самом деле. Я так пытался их спасти. Ладно, давайте, скажем так, попробуем взять вот эту вот... А хрен там, да? А вторую. Вторая вот здесь. Ну, то есть, если я сейчас спрыгну, это мне заново еще забираться сюда? Нет. Это я настолько извращаться сейчас не буду. Если будет возможность после этой миссии, как бы, это сделать. Тогда вот я это сделаю уже вне вида камер, скажем так. И здесь я тоже прыгать не буду. Потому что это тоже отчасти извращение.
Что ж, давайте тогда прыгать дальше. Так уже где-нибудь в том месте, где можно и нужно прыгать. Например, вот тут. Давай, залезай, 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 друг мой, залезай повыше. Так, отсюда я все равно ни хрена не вижу. Прыгнуть. Видите, что сможете унести? Ждать не будем. Ну, здесь... Ноги, а не то оставим вас тут. Здесь есть вероятность попробовать зайти сзади. Типа вот так и убить. Вот, отлично. Потому что именно эти ребята мне в прошлый раз помешали, если вы помните. Теперь пробуем убивать. Ара, идёшь! Пошевелитесь отрежье! Выходи в море! Так, пока все отлично, пока нас видит всего двое, это все хорошо. Ага, и мы нашли наших. Хватит спать, собрались и бегом в порт. Мы уходим. Давай, собака, боцману надо подсобить. Так. Кто меня заметил? Как? Как ты меня вообще заметил, придурок? Ладно, видимо, задание я не выполню. Видимо. Меня это бесит, блин. Меня это реально бесит. То, что... Уже второй раз... Так, моя задача на данный момент подождать. Все, отлично, отвернулся. И... Минус. Минус сделали. Руки в ноги, а не то оставим вас тут. И... Не, ни хрена. Убили человека, который будет звонить. Будем надеяться, что два негодяя, которых я должен убить. Нет, все-таки они. Так, отлично, пока получается. Ну, вроде в этот раз у меня это получилось чуть лучше, чем в прошлом. Давай, собака! Боцману надо подсобить! Итак, проблема, собственно говоря, в чем? То, что одна из целей уходит, вторая бежит за нами. И если второй, в принципе, как бы пофигу, то вот надо убить именно первую. Вот, супер. И в этот момент у меня начинает просто-напросто лагать. Оу, я ему башку отрубил. Что я с ним сделал? Ох ты ж, они сами убили. Ты помог нам, Кенвей. Доказал, что ты ассасин. Но зачем? Потешить свою гордость. Вы встали у меня на пути. Не стоит так делать. Эгоист и дурак. Хорнигол был прав. Он для меня ничто. Пустое место. Как и все вы. Напрасно, Кенуэй. Вспомни, ведь именно тамплиеры помогли нам. Не король. Не родина. Тамплиеры. Тамплиеры
Наша семья. А где твоя? А у меня, видимо, ее нету. В общем, можно сделать это как-то более аккуратно, но... Честная служба. Это лишение, низкая плата и тяжкий труд. Нам, джентльменам, удачи. Доступно изобилие, удовольствие, легкость, свобода и сила. Кто же в своем уме выберет ту жизнь, когда единственная угроза пиратству — косые взгляды бессильных мира сего? Ха! Да, я среди вас 6 недель. И за это время стал мыслить так же, как вы. И признаюсь, убеждения мои стали так сильны, что их яркость непривычки, возможно, даже пугает вас. Но... если вы видите во мне капитана, черт подери, я буду им. Я испробовал все это, и теперь я знаю, лучше быть капитаном, чем обычным человеком. О, боже, ваше упорство мне льстит. Я ищу обсерваторию. Говорят, только вы знаете, где она. И это так. Хоть мне и претит такое рвение, но я вижу в вас скрытые таланты. Бартоломью Робертс. Эдвард. Пока мне нечего сказать. Жду через 2 месяца, к западу от подветренных островов. Поможете мне, я дам ответ. Вот примерно такая миссия и была. Тяжелая или легкая, сложно сказать. Сделать ее тихо сложнее, чем казалось мне изначально. В принципе, я мог бы ее пройти намного быстрее, и, ну, не спасая всех вот людей и прочее. Но я этого не сделал, в общем, как получилось. Ладно. В любом случае, ребята, всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилась эта часть. Смотрите остальные, скоро выйдут. Всем спасибо, всем пока. Удачи!